Всех приветствую на канале Animal Life. Водолаз сразу не мог понять, что происходит. Великан потянул его за руку. Встреча с китовой акулой, которая является самой крупной рыбой в мире, сама по себе не может не впечатлить. А уж эту встречу группа дайверов явно запомнит на всю жизнь. Когда китовая акула приблизилась к одному из водолазов, он ожидал, что морской великан просто проплывет мимо, как это обычно случалось. Но вместо этого прекрасное создание осторожно потянуло его за руку. Поначалу дайвер пребывал в замешательстве, а его команда в свою очередь начала беспокоиться о безопасности своего коллеги. Впрочем, акула отпустила руку водолаза так же быстро, как и схватила. Когда акула медленно проплыла мимо него, дайвер заметил, что вокруг животного была обмотана толстая рыболовная веревка, которая впивалась в его плавники. Не теряя ни секунды, дайвер достал свой складной нож и принялся разрезать канат. Спасение акулы заняло меньше минуты, но, судя по состоянию кожи животного и самой веревки, она пробыла там довольно долгое время. Возможно, даже годы, которые принесли бедному созданию невероятные мучения и неудобства. Несмотря на то, что устрашающий внешний вид и гигантские размеры этого животного способны вселить страх, китовая акула не нападает на людей, если, конечно, ей не приходится защищать свое потомство. Как хорошо, что акула и дайвер в тот день повстречали друг друга. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.